Презентация книг известного общественного деятеля Адиля Ахметова прошла в столице. Читателям представлены два издания «Геополитический облик глобализированного мира» и «По следам викингов». Эти произведения – результат многолетних исследований ученого. В них автор делится своей точкой зрения на нынешнюю ситуацию в мировой геополитике. Эти книги нужно прочесть прежде всего сотрудникам МИДа, а также тем, кто имеет отношение к политике. Произведения будут полезны магистрантам и докторантам в вузах. В книгах собран мой опыт и наблюдения как эксперта.